Готовим ролл «Калифорния дома». Вы, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Мне будет приятно, а вам совсем это не сложно. На шершавую сторону нори выкладываем рис. Предварительно мы его обязательно заправляем. Выкладываем рис, прижимаем и переворачиваем. С помощью кондитерского мешка выкладываю сыр Филадельфию. Также это можно сделать обыкновенными ложками. И выкладываю лосось. Я беру сырой лосось. Если вы в качестве своего лосося не уверены, то лучше возьмите слабосоленый. Копченый не советую брать. Далее берем огурцы, нарезаем тонкой соломкой. Кладем их к нашему лососю и сыру. И аккуратненько сворачиваем ролл. Также не забываем подбивать края, для того, чтобы потом хорошо ролл резался. И, кстати, резать очень удобно смоченным в воде ножом. Обваливаем в икре тобика или икре массага, и все. Приятного аппетита!